Виталий Григорьевич свои 90 каждый день проводит у мольберта. Вдохновение для творчества находит везде и во всем, будь то виды любимого города-курорта или бытовые темы. В том числе благодаря его работам в России и за ее пределами посетителям выставок раскрылась вся красота Сочи. Кстати, в честь юбилейной даты художник решил сам сделать подарок музею города. Мне хотелось бы оставить на память музею маленькую картинку. Там она стоит. Это свеженькая, которую я только сделал. Виталий Яблоновский прославился как мастер пейзажа и натюрморта. Также он занимался росписью фасадов и интерьеров сочинских санаториев. По его эскизу выполнена мозаика на автопавильоне «Холодная речка» в Адлере. За многолетний и самоотверженный труд Союз художников России наградил юбиляра золотой медалью. Он очень активен, участвует во всех выставках городских, региональных, российских. Мы этого человека очень уважаем. Почему? Потому что вот как я сказал здесь вот, в кратком выступлении, он остается верным профессии. Сейчас это очень тяжело. Имя художника также вписали в книгу почета города Сочи. Картины находятся в российских и зарубежных музеях и частных коллекциях. На достигнутом художник не собирается останавливаться. Есть еще идеи, которые непременно нужно изобразить на холсте. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ.